Орхан? Слушаю. Этот парень, которого взял на работу отец. Родственник господина Кязыма? Да, этот высокий парень. Как его зовут? Юсуп? И что? А мы можем найти ему подходящую работу в компании? Почему? Он что-то натворил? Нет. Просто как-то некрасиво, что родственник Сейран работает мальчиком на побегушках. Что за бред? Парень работает и зарабатывает деньги. Что в этом постыдного? Нет, я не об этом. Он просто напрягает меня. Как ни посмотрю, он всегда околачивается возле дома. И со всеми разговаривает. Он же родственник Сейран. Я считаю, это неправильно. Думаешь, он разносит сплетни? Вполне возможно. В конце концов, мы же совсем его не знаем. Ты, наверное, права. Орхан? Посмотрим. Когда закончишь, приходи, я и тебе приготовлю кофе. Попьем вместе. Хорошо, приду. Очень вкусно, спасибо. Кофе снял мою усталость. На здоровье. А мне кофе не помогает. А что с тобой? Что-то с рукой? Не знаю. Здесь болит. Посмотри. Я спрошу тебя, но пусть останется между нами. Хорошо, спрашивай. Ты хочешь устроиться в компанию? Кому-то говорил что-нибудь? Нет. Я утром слышала разговор господина Орхана и госпожи Гюльгюн. И что они сказали? Госпожа Гюльгюн спросила, есть ли для тебя подходящее место в компании. Ни с того, ни с сего? Ну, значит, есть причина. Утром мама видела, как ты тайком вывел сестру госпожи Сиран за ворота. Она была в саду, я просто помог ей выйти, вот и все. Какая разница? Просто будь немного осторожен. Конечно, если хочешь остаться здесь. Хочу. А я не хочу, чтобы ты ушел, Юсуф. Спокойной ночи. Спокойной ночи.